Начнем со срочной новости. В Омске начали эвакуировать первых пострадавших в результате паводка. Так, в поселке Затон затопило больше 20 домов. В них живет 44 человека. До остальных жилых строений вода пока не дошла. 19 сельчан уже покинули населенный пункт. Еще 25 отказываются уезжать из своих домов, хотя в районе созданы пункты временного размещения. Ежедневно спасатели проверяют оставшиеся семьи, завозят питьевую воду и продукты. Было отключено электроснабжение в населенном пункте. Гражданам для зарядки аккумуляторов, батареек и телефонов была предоставлена возможность в трех местах производить зарядку для того, чтобы быть всегда на связи.